Чтобы запустить производство топового баварского внедорожника, «АвтоТору» пришлось серьезно вложиться в модернизацию. Здесь смонтировали новое оборудование, полностью заменили систему освещения и установили новое антистатическое напольное покрытие. С ним высокоточные приборы работают без сбоев. Инвестиции составили более 20 миллионов евро. И вот первый BMW X7 сходит с конвейера. На «АвтоТоре» производятся седаны BMW 3, 5 и 7 серии. И все кроссоверы марки от X1 до X6, а теперь и X7. Калининградское предприятие стало экспертным центром по производству кроссоверов BMW модельного ряда X. Представители завода работают в качестве экспертов при подготовке к запуску производства новых моделей на зарубежных заводах BMW. Но эти новые X7 идут исключительно на российский рынок. Пневматическая подвеска полностью, автомобиль изменяет свою высоту подвески, то есть клиренс до 8 сантиметров, он становится выше, то есть хозяин, возможно, проедет по каким-то неровностям. Плюс третий ряд сидений тоже входит в комплектацию базовую, то есть для большой семьи дальние путешествия, это очень удобно, комфортно, автомобиль очень комфортный, мягкий, панорамная крыша, то есть крыша полностью прозрачная, и даже для третьего ряда сидений отдельный люк открывается. Отделка кожи, алькантара, потолок очень любят у нас в России такие машины. И заказов очень много. «АвтоТор» сотрудничает с концерном BMW с 1999 года. За это время на конвейерах собрали более 215 тысяч автомобилей этой марки. В прошлом году здесь произвели более 20 тысяч автомобилей BMW. На этой производственной площадке работает более 800 человек. Средняя заработная плата порядка 47 тысяч рублей у нас составила по прошлому году. Самый широкий у нас социальный пакет, предоставляемый работникам. По заверению лидера нашего профсоюзной организации, как заявили в Министерстве социальной политики, у нас самый лучший коллективный договор для работников, которые существуют в Калининградской области, ну, из всех предприятий, существующих в Калининградской области. Среди соцгарантий «АвтоТора» субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам работников. Кроме того, в планах менеджмента строительство собственного жилья для сотрудников. Каждые 60 секунд с конвейеров «АвтоТора» сходит новый автомобиль. Компания одновременно выпускает 48 моделей автомобилей. Кроме BMW здесь собирают автомобили Kia и Hyundai. В планах завода произвести в 2019 году до 28 тысяч автомобилей BMW. X7 собирают только по предварительному заказу. Несмотря на стоимость от 6 миллионов рублей, объем заказов составил уже до 700 автомобилей в месяц. Жанна Меллер, Наталья Краслакова, Калининград, ОТР.